Всем привет! Рада видеть вас снова на своем канале. Сегодня будем говорить с вами про жилье в Польше, в частности в Гданьске, потому что мы здесь живем. И также я вам покажу квартиру, которую мы здесь снимаем. Мы в Гданьске живем уже почти 2 года, и почти 2 года живем в одной и той же квартире, которую сняли изначально. Она находится в районе Заспа, это такой большой спальный район, который располагается между морской частью Гданьска и центральной частью Гданьска. У нас здесь недалеко и торговые центры, недалеко остановки трамваев, недалеко остановки автобусов, недалеко остановка СКМ. Это железная дорога, что-то типа наземного метро, которая ездит от Гданьска и до соседнего города, едет через Сопот и до Гдыни. Вместе с Гданьском и Сопотом они образуют агломерацию, которая называется Труймясто. Гданьск — это самый центр Труймясто, соответственно, жилье здесь дороже, чем в Сопоте и в Гдыне. И чем ближе к морю, тем, естественно, жилье дороже. Как я уже сказала, что мы живем не совсем у моря, но до моря у нас тут идти пешком где-то около получаса. Дом у нас 6-этажный, не новостройка, но и не старого образца. 2002 года постройки. Под домом есть свой паркинг, куча-куча магазинов. Есть и продуктовые магазины, есть магазины с тортиками, зоомагазин, студия маникюра, студия наращивания ресниц. То есть все вообще под боком, все в нашем доме. И есть даже магазин, который работает по воскресеньям, что в Польше как бы вообще редкость, потому что магазины в Польше по воскресеньям в основном не работают. Только одна сеть, которая называется «Жабка», и вот у нас в доме как раз есть такой магазин. Цены здесь, в Гданьске, на жилье не очень дешевые. Можно сравнить, наверное, даже в какой-то мере с Москвой, сколько мы отдаем за жилье. Перед тем, как нам сюда заселиться, при заключении договора мы отдавали залог. Залог где-то вышел около 2000 злотых. Это если пересчитать на рубли, около 36 тысяч рублей. Плюс каждый месяц мы платим аренду. Это выходит 1700 злотых. Плюс еще мы платим сами за коммуналку 600 злотых в месяц. Итого за квартиру каждый месяц мы отдаем порядка 2300 злотых. Это около 40 тысяч рублей. Если покупать здесь квартиру, иностранцы тоже могут купить квартиру в Польше. Но единственная сложность, что Гданьск считается пограничной территорией. Чтобы купить жилье, здесь нужно получить разрешение. И это разрешение обычно ждут около года иностранцы, поэтому здесь, именно в Гданьске, купить квартиру не так уж и просто. Если выйти немного за пределы Гданьска, к примеру, Пруч Гданьский, там уже не нужно никакое разрешение, и, в принципе, можно взять и просто купить квартиру, и даже взять ипотеку. Для покупки жилье здесь тоже не такое уж и дешевое. Где-то, если не у моря, то можно купить квартиру в новостройке около 500 тысяч злотых. Если у моря, там цены доходят и до 1000, и еще больше. Ну что, пойдемте покажу вам, что у нас за квартира. Вот я сейчас стою около входной двери. Первое, что вы видите, это кухня. Кухня, ванна, спальня и большая комната. Пойдемте на кухню. На кухне и вообще во всей квартире мебель у нас уже была, вся техника была. Ничего своего мы здесь не покупали. Вот здесь холодильник, стол, ну все как надо, раковина, плита, вытяжка, микроволновка и духовка. Идем дальше. Спальня. В спальне большая двухспальная кровать, такое вот необычное окно над кроватью. Две картины у нас есть, вот здесь картина и картина в большой комнате. Комод. Идем в ванну. В ванной тоже у нас есть стиральная машинка. Здесь тоже вся мебель, комодики. Сама ванна, унитаз, все как надо. Теперь идем с вами в большую комнату. Здесь у нас небольшая рабочая зона с компьютерами. Телевизор, шкафчики, журнальный столик, диван и большой шкаф-купе. Здесь зеркало. Теперь, наверное, вам интересно посмотреть на наш дом, как он выглядит снаружи. Детская площадка, песочница, там какая-то горка стоит, паровозик. Во многих дворах детские постройки похожи. Здесь вот еще стоит стол для шахмат. Там внизу, вот прямо под нами, парковка, а там мусорные баки. Дом буквой П у нас получается. Вот так наш дом выглядит с внешней стороны. И вот здесь соседний дом, похоже, стоит
это комплекс. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно увидеть нашу квартиру, наш дом, в котором мы живем в Польше, послушать про местные цены на жилье. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как считаете, здесь адекватные цены или завышенные, или, может быть, заниженные. Стали бы вы снимать такую квартиру за такую цену, как снимаем мы? До встречи в новых видео. Всем пока!